Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и для многих это любимая рубрика «Пустые баночки», и это пустые баночки за месяц апрель. Вот так опять пролетел быстро очередные 4 недели. Пустые баночки мы именно не по каталогам записываем, а за месяц. В этом пакете 20 баночек Oriflame и 3 баночки от других производителей. 303 балла по ценам по текущему каталогу, а по ценам текущего каталога 20 398 рублей и 16 318 рублей по ценам консультанта, то есть экономия составила около 4000 рублей. И 3 продукта от других фирм на 1070 рублей, там у нас будет шампунь, пудра и помада, и все эти продукты присылали на обзор, ничего лично я не покупала. Кстати, из покупок, которые лично делаю, пожалуй, это зубная нить. Вот остальное все есть в Oriflame, и я этому очень рада. Давайте посмотрим, что у меня здесь в пакете. Вижу сразу коробки Wellness, давайте я их все достану и расскажу, почему Wellness. Ага, все, почему Wellness, чем мне нравится и какие рекомендации я могу дать. Здесь у нас коктейль ванильный, женский Wellness Pack, витаминно-минеральный комплекс с омегой и астаксантином и нутрикомплекс для волос и ногтей. Давайте начнем по порядку. Какая стоит задача перед человеком? Например, укрепить иммунитет, лучше выглядеть, здоровье подтянуть, наладить обменные процессы в организме, я не знаю, даже настроение, чтобы было хорошее. В общем-то, мы есть то, что мы едим. Если из питания мы не получаем необходимого количества микроэлементов, минералов и так далее, то есть все, что я перечислила, то соответственно мы немножечко как бы, ну, идет небольшой перекос, мы этого, может быть, сильно не замечаем, но он есть. И если вы хотите поддержать свой организм, то нужно либо вводить качественные продукты, разнообразный рацион, продукты покупать, естественно, в супермаркетах, купить классные качественные продукты, наполненные здоровьем, силой от природы, сейчас очень сложно. Поэтому все без исключения специалисты и ученые, и врачи рекомендуют вводить в свой рацион коктейли белковые, витамины, комплексы всевозможные, обязательно омега, и очень классный есть такой продукт — астаксантин. Итак, коктейль пью. Вот, кстати, коктейль сейчас пью редко, а было время, что без коктейля ни дня. То есть у меня прям был такой, это не девиз, это была потребность организма, то есть прям вот очень нужен был белок. И, кстати, в то время у меня начался благодаря этому коктейлю очень сильный рост волос. То есть накормила организм, клетки получили питание, белок, а волосы — это что? Белок. Волосы начали расти, красивые, здоровые, густые, просто чудо. Рекомендуется, конечно, коктейль и витамины пить вместе, но смотрите по бюджету, что можете себе позволить. Кто-то меня спрашивает, что лучше взять для начала, коктейль или витамины. Ну, честно, я не знаю, выбирайте сами. Я начинала с витаминов, увидела эффект очень быстро, эффект увидела по коже. Кстати, я даже не поняла, что это витамины, но мне мой спонсор говорит: ты что, это же витамины, ты же пьешь витамины. Какой эффект был? У меня очень сухая кожа, и когда я принимаю душ, а душ я принимаю каждый день, выхожу из душа, кожа вся такая, вот прям, и я сразу, раньше у меня просто медовый крем был самый любимый, и выбор тогда был не очень большой, поэтому банка, кстати, видела где-то здесь, вот такого размера банка, у меня улетали вот они просто одна за другой, я не знаю, даже на месяц, мне кажется, не хватало такой банки. А сейчас, мне кажется, у меня даже не в каждом пакете, не каждый месяц хотя бы баночка, потому что расход уже такой большой не требуется. И вот я начала пить витамины, и ушла вот эта сухость. А потом многие заметили, что я стала выглядеть лучше, чем 5-10 лет назад. Представляете? То есть на коже отразилась, она стала увлажненная, она расправилась. Вот такое ощущение, что вот, ну, просто вот здоровый организм. Все. Красивая кожа — это когда здоровый организм, то есть появляется румянец, нет ощущения, что кожа обезвоженная, подсушенная, да, там шелушение, вот все это ушло. То есть у меня был такой результат. Потом позже добавились суставы, то есть ушли боли в суставах. Что еще? Гайморит. Вот это же просто
мое спасение, потому что у меня папе долбили гайморит, по-моему, даже 2 раза ему делали вот эту операцию, ужасно. Он мне когда рассказывал, ну просто был шок. То есть мне передалось по генетике вот это вот заболевание. Плюс у меня раньше еще, я так рассказываю, как будто я такая древняя бабушка, у меня такой букет раньше был. Но на самом деле не все так страшно. Но, кстати, гайморит 3 раза в год у меня был, и это ужасно, вот такая вот голова как телевизор, боли страшные. Вот, и еще одна проблема ушла, я думаю, это все-таки связано именно с витаминами, потому что я больше ничего не делала, это был песок. Песок в почках, то есть, и периодически меня на скорой увозили, там капали, что-то делали, кололи. Вот, приходила в себя. Очень неприятно, когда это случается, просто вот буквально вот по потолку бегаешь, на стену лезешь, вот это правда, я в тот момент поняла, что это такое. Вот, нутрикомплекс для волос и ногтей — это целевые витамины. Если вы хотите отрастить волосы, чтобы ногти были здоровые, крепкие, то эти витамины, они конкретно влияют на эту задачу, и рекомендуется их пить вместе с wellness пэком. Но, честно говоря, на волосы у меня повлияло, на ногти нет. То есть это не панацея и не волшебная палочка. Вы должны понимать, что витамины — это дополнительное питание, то есть это не будет вот так: выпила пачку и ногти, да, такие вот как у Крюгера. Нет, такого чуда не будет. Хотя многие пишут, что у них ногти вот пошли. У меня на волосы классно растут, волосы укрепляются, а для меня это тоже важно, важнее, чем ногти. На самом деле я не люблю длинные, я их всегда вот отрезаю практически очень коротко. Так что мои рекомендации я сказала, вот то, что сейчас, да, вот пришло такое в потоке. Если у вас есть какие-то вопросы, то, конечно, вы можете написать в комментариях, я всегда стараюсь максимально быстро отвечать и развернуто. А если хотите вот прям полностью изучить этот продукт, эту линейку, то лучше, конечно, на официальном сайте Oriflame, на официальном YouTube канале Oriflame смотреть информацию от специалистов, от ученых, от врачей, от создателя Стигастена. Вот, так что такая вам рекомендация. Далее, крем для тела. Это, кстати, дочка отдала крем, не я. Его использовала Экла Weekend. А как он, ой, какой. Я раньше, наверное, 3 или 4 раза заказывала себе этот аромат, и, конечно, крем периодически тоже брала, потому что аромат, он богатый, то есть там есть фруктовые ноты, то, что я очень люблю, и он шлейфный, то есть его наносишь, и он раскрывается очень богато, а потом такой шлейф вкусный остается. И мне столько с ним всегда делали комплиментов, а потом почему-то я его давно не заказываю, но очень хочется вернуться к этому аромату. Может быть, как-нибудь закажу. Так, следующее, конечно, краска. Вот то, что есть в каждом обзоре пустых баночек, это краска для волос. И один раз в месяц я самостоятельно делаю окрашивание. Я обожаю эту краску, потому что с ней легко сделать окрашивание дома самостоятельно, и при этом волосы очень качественные. Закрашивает седину на 100%. Вот видите, всех своих скелетов вам показала. Все, что было, есть. Да, седину закрашивает. То есть это тоже, на мой взгляд, серьезная проблема, когда красишься, тратишь на это деньги, время, а седина, да, где-то остается. И мне нравится, что волосы блестящие и краска не вымывается. Это тоже большой плюс, потому что есть краски профессиональные, которыми красят, волосы выглядят как бриллианты. Вот наверняка вы видели, они вот прям все переливаются. Но буквально 2, 3, 4 раза помыли — и вымывается, и цвет немножко блеклый такой становится, и блеска больше нет. То есть он реально вот с каждой помывкой он смывается, и это минус. А с этой краской не вымывается цвет. Пена гигантская, 750 миллилитров. Эта пена, по-моему, в этом году у нас была. Очень много использовали и как гелем, и как пена для ванны. То есть она идет и так, очень удобно. Большой объем — это к
крайне выгодно, когда идут какие-то акции, и эта пена, я так рассчитываю, что это гораздо выгоднее, чем покупать гели для душа, то я всегда беру такой баллончик, нравится. Но это не всегда бывает в каталоге, ну хотя бы 1-2 раза в год пена идет в продаже. Но раз в год я заметила, у Oriflame стабильно выходит новая гигантская пена, и это, кстати, очень удобно. Так, закончилось жидкое мыло с лимоном и вербеной, серия Essence & Co. Чем эта серия уникальна и выделяется среди других серий? То, что первое — это дизайн флакона, он стильный, лаконичный и прекрасно смотрится при любом дизайне ванной комнаты. Второе — то, что этот продукт с натуральными эфирными маслами. Это, конечно, удораживает продукт, но как приятно пользоваться продуктом, когда ты чувствуешь просто как живой лимон, смягченный вербеной. То есть нет такого вот резкого лимонного, цитрусового, аж зубы сводит. Реально, когда говоришь слово лимон, а если еще описать, да, какой он кислый, сочный, то вот до мурашек. У меня на самом деле вот все это... рассказы, истории, они на меня очень сильно влияют, поэтому сама слюнями теперь захлебываюсь. Очень маленький расход, потому что высокая концентрация этого продукта, и, конечно, пользоваться более чем приятно. Рекомендую, попробуйте хотя бы раз, влюбитесь в эту продукцию. И также рекомендую попробовать лосьон. Вы не представляете, какая кожа становится. Во-первых, мне нравится его впитываемость, она просто идеальна. То есть его наносишь, он уходит быстро, не оставляет липкости, просто гладкость, мягкость, ухоженность. И уходит вот эта вот сухость, тянутость где-то моментально. Так, котики. Котики бегают. Вау, как мне нравится этот продукт, но, к сожалению, заказать его уже нельзя. Это гель для душа с ананасом и маракуйя. Аромат вот просто нереальный. Второй его плюс, то что этот гель, прям вот хоть бутылочку даже не выкидывай, это настолько вкусно, меня прям вот переносят в Таиланд сразу. Вот. Вторая фишка этого геля, то что у него есть охлаждающий эффект. И это классно было летом. Кстати, мы им сейчас пользовались зимой, такого эффекта я не заметила. А летом он супер работал, когда жара, вот прям реально такой холодок на коже. Здорово, вот просто здорово. Вроде бы маленькая фишечка, но выделяет среди других гелей сразу. И серия Love Nature, мне нравится высокая такая концентрация, тоже густой продукт, надолго хватает, вот реально нужно на мочалку там несколько капелек и, ну, буквально там чайная ложечка, да, и она такая пена, такая густая ароматная пена. Вот что мне еще очень нравится, это Recommendation банановая маска, тоже серия Love Nature. Вот, кстати, чем еще интересна эта серия по ценовой категории, она, мне кажется, вот самая такая доступная, а качество супер просто. Итак, Love Nature маска для волос, этого пакетика хватает на 2 раза, здесь 30 грамм. Первый лайфхак — брать с собой в путешествие, чтобы не таскать банки, тюбики с масками. Кстати, я стала, готовлюсь заранее к поездке, уже знаю, что мы поедем, я себе покупаю наборы на Veg, маленькие пакетики, откладываю маску, откладываю вот все, что можно, маленькое, да, такое вот одноразовое на одно использование. Масло для волос, как-то оно было, когда у нас был запуск ночного масла впервые, нам присылали пробники, то есть можно было заказать тестеры, я заказала их много и буквально начала кому-то раздаривать, а потом тормознула, потому что их не было на складе, и я их оставила, у них срок годности 3 года, и с собой беру в дорогу, потому что без масла мои волосы вообще уже отказываются дружить со мной. Так вот, маску рекомендую, потому что она уровня люкс, такие с ней волосы живые, такие вот напитанные, блестящие, не утяжеляет волосы, а аромат, вот просто захотите взять ложку и эту маску съесть. Попробуйте, они вот все классные. Конечно, самый выигрышный аромат — это маска банановая, потом идет манго,
авокадо, конечно, нет такого вкусного аромата, но вы сами понимаете, что и плод он не пахнет вкусно, он на вкус вкусный, хотя кто-то говорит безвкусный, я же авокадо обожаю. Но все три маски, все очень классные. Еще один пакетик патчи закончился, патчи с киви. Кто-то пишет: да ерунда, да ноль эффекта, да вообще ни о чем. Да вы что, серьезно что ли? Я не знаю, может быть, я особенная, напишите в комментариях, у кого есть хоть какой-то эффект от этих патчей. Во-первых, это вот 8 штук, я использую один всего лишь кругляш, прям выглядит как киви. У меня, когда мама увидела, как раз мама приехала, а я их налепила сюда, и один целый вот сюда вот на шею, потому что здесь кожа вот, ну, как бы такая сохнет, немножко истончается, и я выхожу такая, она: а потом что, съешь их? Мы так смеялись. Я говорю: мам, да это же не настоящие киви. Как не настоящие? А что это? Я говорю: это тряпочки такие вот, напитанные сывороткой. Она: да ты что? Мы так смеялись. Какой эффект у меня? Я утром просыпаюсь, ну извините, девушка, я уже взрослая, поэтому имею право проснуться с отекшими глазами, и это меня уже не удивляет. Если бы я в 20 лет проснулась, да, с такими мешками, да я бы, конечно, округлила глаза. Сейчас я понимаю, что, ну понятно, ну надо что-то делать. И я сразу утром встаю, иду в ванную, умываюсь, и сюда и сюда дольку, то есть ножничками режу напополам, спускаюсь на завтрак, пока варю кофе, делаю какой-то завтрак там, да, то одно, то другое, 10-15 минут трогаю, ага, уже подсыхают, я их снимаю, потому что если они полностью сыворотку отдали, они начнут ее забирать обратно, нам не надо назад. Я их снимаю, вбиваю эту сыворотку, и все, кожа ровная. Миша спускается на завтрак, а я уже 20-летняя, понимаете, это, ну, конечно, утрирую немножко, но это очень заметно. Если вы скажете, что у вас нет такого эффекта, я очень не удивлюсь. И второе, вот эти вот морщинки, они тоже разглаживаются, потому что идет дополнительное увлажнение. А потом я еще наношу дополнительно свой крем любимый, уже делаю полный уход, все мне очень нравится. Так, эта дочка отдала. До последней капли использована шикарнейшая маска, что-то к ней приклеилась, не пойму, желтенькая. Серия Love Nature с ягодами годжи и органическим овсом. Она питательная, увлажняющая и с согревающим эффектом. Когда ее вот прям только наносишь на чистую кожу, начинает печь. И, честно говоря, первый раз, когда нанесла, я не знала этого эффекта, я испугалась. Я думала, что у меня первый раз на Oriflame аллергия. Но потом увидела, что никакого покраснения, ничего нет, и уже только потом прочитала, что она с таким эффектом. Маска супер. Особенно у кого кожа склонна к сухости или нормальная, вы просто будете в восторге. Хотя питание, оно нужно и для жирной кожи, и для комбинированной. Периодически нужно, особенно для возрастной кожи, давать питание. Мне эта маска нравится. Она и бюджетная. И представьте, насколько хватает этой маски. Мне кажется, это очень, очень даже классное предложение. Из серии The One только одно средство, которое я действительно ценю, рекомендую и мне подходит для снятия макияжа. Это средство для снятия водостойкого макияжа. И хотя я не делаю водостойкий макияж, ни тушь, ни стрелочки, но ни одним другим средством я не могу удалить макияж. Кто-то спокойно справляется мицеллярной водой, или в серии The One есть розовое такое же средство для снятия макияжа, кто-то умывается гидрофильным маслом, мне вообще не подошло, это просто для моих глаз, это просто противопоказано, у меня глаза очень чувствительные, можно даже увидеть вот сейчас вечером, у меня уже они такие покрасневшие немножечко, потому что за компьютером сидела полдня. Так вот, это средство идеально удаляет макияж, просто оно как медуза напополам, две части, одна синяя, одна прозрачная, надо хорошо-хорошо смешать, на ватный диск подержать, аккуратненько все сдвинуть и умыться. Если что-то осталось, просто чистеньким вытереть, чистеньким опять же смочить диск или ватную палочку и все остальное убрать. Так, это доченька отдала крем из серии тоже Love Nature.
с органическими ягодами. Аромат у него чудесный, крем легенький, питательный. Никакого чуда не будет, что он там разгладит вам морщины, но если нужно просто элементарно увлажнить кожу, напитать и сделать это бюджетно, и при том, что с красивой баночкой, оформление мне очень нравится этой баночки, то этот крем подойдет, особенно для молодой кожи. А вот мой чудесный крем из серии Novage Time Rester для взрослой кожи 50+. Вот рискнула попробовать, думаю, мне уже можно себе позволить, в принципе, там плюс-минус несколько лет это вполне допускается. Что скажу по поводу этого крема? Однозначно он мне очень понравился. Что я делала? Кстати, его можно носить для кожи вокруг глаз и для кожи вокруг губ. И если вот у вас вот тут вот закладываются уже первые морщинки, то он реально помог, потому что я уже такая: ой-ой-ой, у меня, кажется, начинается. И я прям делала сюда этот крем утром и вечером и заметила, что я сейчас не вижу этого, чтобы вот у меня было какое-то там... Может, есть? Вы видите? Может быть, я перестала замечать? Я не знаю, но крем крутой. Он чуть-чуть более густой, если сравнивать его с кремом, например, серии Экологен или Ultimate Lift. Те все-таки более такие легкие, так хорошо наносятся. Он более такой густой, взрослый крем, я бы так сказала, но работает он очень-очень хорошо. Так что я почему решила попробовать? Чтобы знать, что, как это, Oriflame меня спасет еще думает обо мне или нет. Конечно, думает. Так, дезодорант закончился. Зеленой крышечкой, по-моему, зеленый чай. Я обычно всегда беру себе, сыпьте с ним, беру себе серой крышечкой, которая без запаха и не оставляет следов на черном, белых следов на черной одежде. Вот, ну так получается иногда, что я пробую и другие. У меня, кстати, сейчас есть один дезодорант с серой крышечкой, а один с сиреневой. Но мне сиреневый не очень нравится аромат. Я, в принципе, не люблю, когда дезодоранты пахнут, потому что у меня такой нос, я все чувствую, и я люблю, когда ароматы не перебивают друг друга, то есть чтобы уж все было в одной, как бы, тональности такой, как это сказать красиво. В одном стиле, да, вот был аромат. Так, эта дочка отдала. Ну, кстати, я тоже пользуюсь. Обычно я ей дарю эту серию. Мед и молоко, кондиционер для волос, шампунь ей нравится, очень нравится. Волосы длинные, им нужно много питания, поэтому расход масок, кондиционеров у нас этому счета нет. Просто вот рекой льются шампуни и кондиционеры с масками. Но вот я люблю эту серию, потому что идет активное питание. И если волосы сухие, а у меня, естественно, кончики сухие, видите, вот третий день сегодня, да, они уже не сыпятся так, естественно, что они, именно третий день как голову помыла, я-то поняла, да, а вы-то, может быть, скажете, что третий день. Очень хорошее питание идет, особенно вот, когда только волосы вымышь, высушишь, прям вот шелковые такие, прям вот их прям вот не замечаешь, что там никаких зацепов, ничего нет. Все хорошо, все шикарно. Так, не знаю, вы видите или нет продукцию. Я так стараюсь красиво ставить, а вы, может быть, и не видите. Так, еще закончилось. Ой, не закончился, а я выкидываю помаду. Фу, она у меня стала прогорклая. Ну, ей, наверное, года два. То есть сразу, как только появилась эта помада, наверное, три уже года назад. Когда она появилась, с датами у меня не очень. Есть у меня некая такая рассеянность по поводу дат, когда что произошло. Так вот, эта помада, когда только вышла, я сразу заказала один оттенок, и я в него просто влюблена. 38, по-моему, 776 на конце. 76. Невероятный оттенок. Он такой прям вот классный коричневый цвет. Такой прям вот без... Ни в ржану, ни в красноту. Вот просто хороший, шоколадный, шикарный. И все, у меня к этой помаде вообще нет претензий. По качеству, по аромату. Но оп, и испортилась. Ну, я ее выкидываю. Не буду хранить. Так, какую-то тушь выкидываю. А, я ее просто раньше
не выкидывала, потому что я ее показывала, как она мне не нравится, что это тушь Джордани, тушь болт я ее называю, потому что здесь вот просто реально как шуруп отрезали, и у нее такой вот накрутка идет. Мне вообще эта тушь не подошла, от слова просто совсем не подошла, никак. Это был просто ужас, я и так пробовала, и другой кисточкой пыталась расчесать, но это просто невозможно. Хотя огромное количество людей, когда я эту тушь хаяла, я же говорю свое мнение, свой опыт, а многие мне писали: это моя любимая тушь, Лиля, да вы что? И я понимаю, что каждым ресницам, даже каждому разрезу глаз подойдет своя кисточка. Если мне нравится тушь 5 в одном серии The One, то есть люди, которым она не нравится, это нормально, я же не обижаюсь на них. А мне вот это вообще не понравилось. Ну вот ее сняли с производства, и я ее выкидываю, чтобы она не занимала пространство. Так, еще два продукта Oriflame и потом три не Oriflame. Эта дочка отдала AZ крем, тоже использовала до последней капельки, потому что ей он очень нравится, и крем этот надо бы повторить, не помню, когда он со скидкой, надо ей заказать, потому что все она перепробовала, нравится вот именно этот. И хотя мне вот AZ не очень, я предпочитаю даже более The One, мне нравится адаптивная стойкая тональная основа, очень нравится. Вот она у меня сейчас на лице, у меня даже был открыт другой тон, и еще есть другие Giordani, я так по нему соскучилась. И тем более просто сейчас много на улице бываю, и сильное отличие, если, например, тон чуть-чуть, да, идет в теплоту, он мне уже не подходит. А в адаптивный у меня как раз такой холодный фарфоровый идеально подходит под мою кожу, потому что, ну, не видно его на лице абсолютно. Так, это такой старичок, я его нашла, антисептик, помните, может быть, с мандарином, как он классно пахнет. Но вот он совсем пропал, потому что он раньше был гелем, а стал жиденькой водичкой, и я просто увидела, думаю, как-то я его просмотрела, надо выкинуть, потому что, скорее всего, уже, ну, ему сколько лет, уже он не работает. Так, и осталось три продукта не Oriflame, и я их все сразу достану. Ну, конечно же, Мелискина шерсть залетела. Так, шампунь. Интенсивный рост против выпадения и для роста волос Organic Zone. То есть эта компания позиционирует себя как натуральная продукция, на 100% натуральная. Вот ее эко, да, эко-продукция рекомендуется использовать быстро, то есть срок годности максимум, по-моему, полгода, кстати, три месяца, всего три месяца. Вот, но мне не понравился, мне даже не то, что мне качество не понравилось, хотя и качество тоже для меня не подходит, волосы утяжелялись, я и так пробовала, и по чуть-чуть, и взбивать, как вот я вас учу обычно пользоваться шампунем правильно, эффект утяжеленных волос, немножко слипшихся, поэтому я им не пользовалась, пользовался Миша, он говорит, а мне все подходит, давай мне. Вот я его сейчас расспросила перед эфиром, он сказал, это нормальный шампунь. Конечно, я не заметила эффекта, что там у меня волосы перестали выпадать. Нет, ничего не изменилось, но шампунь хороший. Промывает хорошо, все хорошо. Следующий продукт. Вы знаете, вот честно, очень понравился цвет этого блеска. Это у нас Q-Best. Q-Best, может быть, неправильно произношу, присылали с AliExpress. Набор большой был, все повыкидывала, помню, как мне понравился этот блеск по цвету, как он лежит на губах, но как он воняет, вот такое чувство, что здесь какая-то техническая гадость. Я, конечно, им несколько раз красила, он такой красивый, просто вот идеальный. Если бы в Oriflame был такой блеск, я бы только им бы и пользовалась, но у нас, к сожалению, нет такого блеска, а этот придется выкинуть, потому что я боюсь им пользоваться. Как я обычно вам и говорю, что лучше пусть будет меньше, но хорошего качества, чем всего полно, но неизвестно, какие будут последствия. Просто я, например, понимаю, что все, что я наношу на губы, это же попадает в мой организм, вы-то это тоже ведь понимаете, поэтому я предпочитаю не делать. А вот это мне понравилась штука, прям вот
Напомнила пудру The One, это серия фирма, как сказать, фирма Банксир. У них мне, кстати, несколько продуктов очень понравились, я их даже просто оставила и пользовалась, даже какие-то вот использую. Но, то есть когда закончится, я вам расскажу уже конкретно. И пудра мне понравилась, помните, в Oriflame в серии The One, она, по-моему, раньше по-другому называлась, а может быть и The One тоже, была тоже пудра вот такого формата, чуть-чуть повыше, и она выглядела как тальк, то есть белая, просто белая пудра. И вот эта точно такая же, просто прозрачная, просто вот выравнивает, как-то вот все выравнивает, и пудры не видно. То есть даже сначала наносишь вроде беленько, а потом раз — и нет ничего, как невидимка. Такой эффект просто вот, я не знаю, фотошопа. Поэтому с удовольствием пользовалась, никаких нареканий, классная четкая пудра. Все, вот, все похвалю. А то вы говорите, что всегда все ругают. Да нет, я всегда говорю свое честное, экспертное, я бы сказала так, мнение, потому что у меня огромный опыт применения продукции, использования, я постоянно тестирую, пробую, да, вот все изучаю, как оно работает. У меня много клиентов, я собираю отзывы, поэтому если я вам что-то говорю, то я говорю там: моей клиентке это не понравилось, вот, или мне не понравилось. Такое бывает редко, но есть. И на такой позитивной волне я вас благодарю за внимание. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Также делитесь своими впечатлениями о продукции. Кто-то решил мне вдруг позвонить. Сейчас, секунду. Делитесь впечатлениями, что нравится. Может быть, какой-то опыт был, что не понравилась продукция. Только обосновывайте, почему, что не понравилось. А то бывает: а мне не понравилось. Или там вообще какой-нибудь, так вы обоснуете, а что не понравилось-то? Надо же понимать. Может быть, вам не подошло, просто я вот так всегда говорю, потому что мне продукция некоторая не подходит. Вот, что еще дополнить? Хорошего вам настроения и приятных покупок в Oriflame. Надежная, классная продукция. Пользуюсь уже 23 лишним года. 6 марта было ровно 23 года, как я пользуюсь продукцией Oriflame. Представляете? Результат на лице. Так что желаю вам всего самого доброго, до новых встреч, всех благ, пока-пока.